Всем приветик! Я сегодня на даче. Решила посадить укроп, редиску, петрушку. У нас почти 20 градусов. Я живу в Сибири, в центре Алтайского края, поэтому у нас уже тепло 23 апреля. Вот. Хочу показать, как я сажу редиску. Вот я сделала небольшую такую грядочку, чтобы она побыстрее взошла. Делаю бороздки, ну вот поглубже. Проливаю водичкой, водичка впитается, затем сажу в эти бороздочки зернышки. Не слишком близко друг к другу, ну так, средненькие такие расстояния между семечками. Вот так вот сажу. Так, и покажу, как я засыпаю. Я не засыпаю ее вот так, землей. Сейчас бросаю сюда вот. Она взойдет дружненько и весело. Так, ну, можно ее все равно ранняя редисочка, ее потом прорежаешь и все. Значит, вот так я не засыпаю. У меня вот здесь немножко землю вскопала, вообще земля вот теплая очень. Я прям вот так ее сюда сыплю. Почему я так делаю? Потому что сюда, если пойдет дождик, пленкой тоже закрывать не буду, уже тепло. Дождик пойдет, польет, и в бороздочках останется влага. Вот. И рукой я вот так не придавливаю, потому что земля достаточно влажная, и семена хорошо укроются, не улетят, если будет ветер. И редиска будет между бороздочками защищена от ветра и от всего остального. Вот так, поливать тоже не поливаю, потому что предварительно все полито. И все, пленочкой не закрываю, засыпаю и оставляю. И пусть растет. Вот так, некоторые закрывают пленкой, но это тоже хорошо, если погода, конечно, холодная. Но у нас уже тепло. Вот так. Еще покажу, как. Да, пройдем сюда. Буду садить петрушку. Сделала вот такую грядочку, тоже ее вот так же пролила бороздочки. Она маленькая, ее даже можно в половину сделать, если у вас небольшая семья, потому что она разрастается, хватит и летом, все лето кушать ее, и еще и заготовить на зиму, потому что она прям такая густым ковром, ее очень-очень много. И поэтому у меня вот видите, какое расстояние между будет между не рассадой, а вот когда вырастет. Вот тут она вся будет густая, даже вот этого все ничего не будет видно. Сеять буду точно так же, как редиску, только семена они мелкие. Сейчас я покажу. Я думаю, все, может быть, знают. У меня вот сахарная корневая петрушка. Сею, ну какая миленькая. Вот так вот просто ее просыпаю, если она всходит сильно густо, я ее прореживаю, потому что она слишком, опять же повторюсь, разрастается. Петрушка всходит очень долго, не знаю как у кого, но у меня она долго всходит, но зато потом ее, конечно, очень много, и вкусная она, и полезная, и витамины в ней, и все. Так, и то же самое также земелька присыпаю, не придавливаю рукой, вот так не прихлапываю. То есть чем это мне нравится, что здесь бороздочки остаются, сюда дождик и влага задерживается, и слишком часто я не поливаю. Вот, вот в чем прелесть вот такой посадки для меня. Вот на этом все. Укроп тоже я посеяла также. Ну и до встречи, всем пока.